Вы задумывались когда-нибудь, что время слишком быстротечно, и мы начинаем ценить его, когда безвозвратно теряем? И я хочу сказать вам, научитесь ценить время. Говорите то, что никогда не говорили. Не бойтесь признаться человеку в своих самых сокровенных чувствах. Знаете, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю свою жизнь. Живите по совести, говорите горькую, но правду. Вы же от этого ничего не потеряете. Однажды рискнув, можно стать счастливым на всю свою жизнь. Чаще обнимайте любимых и близких вам людей. Мы же не знаем, когда наш последний день. А вдруг он сегодня, а вы не успели сделать то, чего так хотели. Грустно, не правда ли? Живите моментом. Цените то, что имеете сейчас, в данную минуту, ибо потом может быть слишком поздно.